Зграю мошак атакавалі абласны цэнтр. Жыхары Гомеля другі тыдзень скардзяцца на празмерную колькасць насякомых. У чым прычына іх павелічэння, разбіраліся нашы карэспандэнты. Такого нашествия мошек гомельчане не памятают давно. Социальные сетки заполонили видеоролики со сведчаннями нашествия насекомых. Старейшее дитя Ганны Смирновой часто покутывала от летней аллергии на цветение. Однако яркой реакции на укусы мошек у хлопчика раней не было николи. После выходных, проведенных на занятках по спортивным ориентованию, хлопчику пришлось пропустить школу. Твар дитяти опух, нос забитый, з вачей слезы. Я побегал дистанцию, провалился там в болото. Шел с дистанции, понял, что у меня все чешется, заболели глаза. А мама дала таблетку от аллергии, мне полегчало, но все равно чесались ноги и руки. Каб подлеток мог нормально дыхать, Ганна дала сыну антигистаминные препараты. Однако следы укусов и рештковая реакция все еще бачные. Ну вот, покусанный мой ребенок. Вот здесь покусали, здесь погрызли, вот здесь вообще шикарно, два подряд. Руки все вот расчесанные. Дарэчы, сярэднюю дачку Ганны Лідію крыважэрныя казуркі таксама не выйшлі бокам. Дзіця покусали за вока, ноги і руки. Ночью я не могла уснуть из-за того, что все чесалось. В школе у нас рядом было озеро, там меня многую часть покусали. Еще на футболе мы были на улице, и там вот стая за каждым человеком летала. Ее кусают везде, просто у нее реакция не такая яркая, как бы, и ее укусы достаточно было помазать специальным лосьоном, чтобы снять. Старшего кусают меньше, но у него более реакция более сильная. У минулым годе, як и еще тыдень тому, у стационары областной клиничной больницы не было потерпелых от мошек. С 14 мая ситуация изменилась кардинально. С понедельника обратилось 7 человек, семеро. Из них мы четверо положили в отделение. Трое было отпущено, потому что у них была реакция незначительная, местная реакция. Лечение займает приблизно 3-4 дни. Коли реакция на казурок сопровождается инфекцией, термины могут быть подолжены удвоя. При шпитализации пациенты были в стане средней тяжкости. В виде отеков каких-то местных, в виде инфекций каких-то потом местных, с температурой, с отеками, с какими-то там изменениями кожными. В основном тяжелых реакций на мошки, на комары не бывает. Сегодня у аллергологичном отделении 4 ахвяры мошек. 3 из них на момент сдыма рыхтовались до выписки. Андрей Юрченко – один из них. Покусали мошки, упал в больницу. Начало пухать, чесаться, стал себя плохо чувствовать, голова болела. Но не обращался пару дней, попил таблетки сам. Ну, потом решил обратиться, потому что воспаления были, ну, такие явными. Энтомологи тлумачат нашествие насекомых мостной поводкой, от якой покутывали жихары областного центра этой весной. Последние лет 5-6 разливов больших не было, и все, большая часть кладок яиц мошек погибал от засухи. Вот, а в этом году вот они прекрасно себя чувствовали, то есть их кладки все выжили, поэтому их численность также возросла. Застерагчыся ад мошак нескладана. Галоўнае не забываць пра спецыяльны спрэй і бальзам пасля укусаў. У аптэках яны ёсць у шырокім асартыменце і па даступным кошце. Алеся Заяц, Наталья Ігнатенка, тэлерадыёкампанія Гомель.